И всем привет, с вами Бандиты. Сегодня мы будем играть в такую игру, как Castle Crush. Сейчас включим мудон и все такое. Ой. Лагает. Но только нету жнеца и короля скелетов. Все. Так, вот моя колода, у меня 3 замок. Сегодня планирую на 3 замка прийти. Парень с ником Мистер Майн. Чё, Майнкрафт? Чё с Майнкрафт? Ники, Майнкрафт. Так, что тут у меня? А, все. Чисто было. А где сундук? Чисто собрать, но я хочу. Магический! Понятно. Не магический сундук упал. Что там будет? Всё. И не будет новой карты. Блин, как мне статуи опять? Ну, вы смотрите, как мне статуи. 666. Мне нравится, я начала использовать, чем я прикольно, что не чисто. У них 30 урона, но такая мало. Допустим, мне нравятся эти демоны и мне даже не дряды, кто не нравится. Ну, 440 хп. А, магический урон у него. 886. Нифига себе. Это не так много урона. Ну, это же не так. Низу короля скелетов хочу. Жнеца, у него, блядь, такой урон. Это не хп. Всегда хотя вместе с лучшими друзьями скелетами. Баллиста. Баллиста. Острые копья прилетают издалека. Вот этот порт у него очень много хп. Он так и 43. Он так нормас. Сейчас изведем бой. Думаю, это на этом все. Нет, еще два, и все. Так вот такой, вот так, вот так, мифический выглядит. Давай. Офигеть. Больше кубков сразу за. Блин.
Так, сейчас, подождите. Пугает все. Что сидит? Я вернусь, когда все разлагается. Как я победил? Как я победил? Вопрос. Так, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.